Стоимость проезда в городских автобусах пока останется на прежнем уровне. Бийским автоперевозчикам отказали в поднятии цены. В городской администрации посчитали, что экономические обоснования роста тарифа оказались очень слабыми. Кроме того, в представленной документации имеются несостыковки. Повышение стоимости билета в автобусах автоперевозчики аргументируют увеличением цен на ГСМ и НДС, который с нового года вырос на 2%. Как нам стало известно, некоторые бийские автоперевозчики просили чиновников поднять стоимость проезда в городских автобусах до 20 рублей. При этом на пересмотре цен настаивали не все, а всего 4 предпринимателя, а этого крайне недостаточно. Мнение автоперевозчиков учтут только если в мэрию обратятся не меньше половины представителей транспортных компаний. Что, собственно, и сделали те, кто работает на автобусах малой вместимости, то есть марки «Газель». Автобизнесмены, которые занимаются перевозками пассажиров автобусами этой вместимости, в конце 2018 года в мэрию тоже подали документы, и их было более 50%, то есть более 50% подписалось под этим заявлением из автобизнесменов. Поэтому тарифное дело по этому направлению уже открыто. О том, какое именно будет принято решение по стоимости проезда в «Газелях», решится в ближайшее время. Отметим, что стоимость поездки в общественном транспорте в Бийске одна из самых низких за наличный расчет. Она составляет 17 рублей 50 копеек, по транспортной карте ровно 17 рублей. Напомним, что в последний раз тариф в Бийске поднимали в июле 2016 года. Тогда проезд подорожал на 2,5 рубля.